drunk white hoes. I might just go psycho, too many drunk white hoes. Здорово, народ, это Кабура, 240 тысяч на балансе. Давно не было роликов по этому сайту, сразу покажу, что это оригинальный сайт, вот. То многие думают, что не Орик, там выданный баланс, всякое такое. Вот, оригинальный сайт. Сегодня хочу показать тактику на минах, по которой я поднимал этот баланс. И еще покажу тактику на 24 минах. Сразу скажу, я ее у кого-то подглядел, точно не помню у кого. Давайте начнем, наверное, с тактики с той, по которой я поднял же все же такой баланс. Смотрите, как я играл. Я ставил, допустим, ну, поначалу у меня был маленький баланс, я там по рублю ставил, всякое такое. Я всегда закрашивал все, оставлял только, допустим, вот этот квадратик один, вот этот, либо вот этот, либо же вот этот. Но в частности, вот этот и вот этот я оставлял. Потом уже играл на интуицию, когда-то забирал, когда-то чувствовал, что типа сейчас могу проиграть всякое такое и останавливался. Да, тактика может иногда не работать, потому что недавно я по ней играл, наверное, играл минут 30, наверное, ни разу не выиграл, ну типа именно до конца не доходил. Но были прошлые ролики, можете посмотреть по ссылочке по аннотации, я вам сейчас вот справа вверху подсказочка, можете посмотреть. Смотреть этот ролик, я уже показывал прям в том ролике, показал, что я там поднял 15 тысяч спокойно, просто за пару кликов, и показал эту тактику. И вы абсолютно каждый так можете сделать. Вот видите, сейчас меня так потихонечку сливает. Да, поймите, что надо играть как бы долго. Оно может по-разному выдавать. Можно иногда сменить тактику. Допустим, не всегда так собирать. Может, допустим, собрать вот этот квадратик. Такой нет, даже кругляш. И в углах собирать. Да, тоже бывает. Но, в частности, он дает типа по углам. Что пробуйте, пацаны. Думаю, должен вам тоже же выдать. Знаю, много кто поднимал. Бомж азартный поднимал. Тоже денежки. Смотрите, вот, мне осталось угадать одну. Бля, я не угадал, бля, обидненько, обидненько. Мне всего лишь можно было сюда нажать, и все, 3000 просто в копилочке уже было. Вот видите, я просто ставил квадратик, и уже практически забрал максимальный икс, хоть уже мог забрать на минуточку там вроде бы 2000 рублей. Вот такая вот тактика, она четкая, пробуйте по ней. По ней, да, можно иногда долго играть, когда-то быстро, когда-то помедленнее, когда-то средний, когда-то можно вообще не выдаст. Но все же пробуйте, пацаны. Уверен, тактика рабочая. Короче, народ, я уже много попыток истратил. Не получилось у меня дойти до этого икса, но я вам показывал, я практически доходил до последнего икса, но не угадал. Ну, поверьте, тактика реально рабочая, просто попробуйте. У меня сейчас еще есть смысл показать вам еще одну тактику. Не помню, у кого я смотрел, но тактика реально годная. Короче, тактика на 24 минах. Любая ставка, в принципе, ну, как баланс позволяет. Смотрите, мы начали игру, нажали куда угодно. Вот, нам сейчас ячейка показала сюда. Мы жмем туда же, куда и в прошлый раз упала ячейка. То есть мы просто следим. Вот, со второго же раза и попал по ней, понимаете? Сейчас мы должны еще раз сюда пробить. Так, промазали. Теперь сюда. Промазали. Сюда. Вот так вот. И, пацаны, мы просто за ней бегаем, следим. Эта тактика реально годная, пацаны. Пробуйте вы по ней играть. Серьезно. Этот ролик был просто такой, типа, знаете, не для того, чтобы поднять, а просто вам показать тактики, которые реально работают. Да, может, у меня сейчас не получилось, потому что нету немного времени. Но я вам сейчас быстро на скорую руку показал тактики, две тактики, грубо говоря, которые реально могут выдавать. Мне вот Кабура так выдавал на раза три подряд, вот просто вот, именно подряд-подряд, вот допустим я жму, вот допустим вот сюда, она выдает, я потом сюда еще раз жму, и она выдает, и потом еще раз жму, и она выдает. Да, такое бывало немало раз, такое возможно. Вот, пацаны, я вам говорю, что тактика реально работает. Пробуйте эту тактику. Вот давайте сейчас еще раз сюда же прожмем. Нет, не выдало. Тактика реально работает, пацаны. Пробуйте. Я сейчас потихонечку доиграю эти 18 игр. Не подниму, значит, не подниму. Вот, пацаны, ну я же говорю, она выдает. Она реально выдает. Давай сюда. Не выдало, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.
Всем пока-пока-пока.